Только дождись, когда я... Да, а тут бикини. Без проблем. Это ты святой. Включи, да, это... Он ушел, сейчас придет. Вот он пришел. Надо выйти убирать. Ну я опять уходил. Может ему сказать, что уже тут все. Как его зовут? Меня? Ты бросил, блин, это просто фантастика. Извините, пожалуйста, вот мне надо, нужно карту. Мужчина, вы меня видите? Нет, я просто... Куда сюда зовут? Пошел с ключами в номер, а в машину, которая лежит. Вы меня поражили, пожалуйста. Нет, я действительно...
Давай карты. Пожалуйста. Уважаемый. Спасибо. Мы еще встретимся, да? Это правильно? Ну, в смысле, я не... Они голодные. Достоин того, чтобы играть с такой сильной. Нет? Нет. Понял. Это 5. Там было 3 человека, 4 даже. Когда с двумя поражениями, а он выкинул меня вторая команда. 6-6. Там тест.
соседние улицы. Ну, я не плохо, да, но что-нибудь другое. Отсутствие денег. В соответствии с этим мы не знаем, что за партии играть. Тоже. Ну, когда он понимает, что все висит, тогда он начинает крепить его отсутствие. В основном конечно, удивление, у меня целый комиссионный будет положительный баланс. Два года там подряд был, все, курча не будет, если бы курч был, я бы поехал. Он должен был приехать в прошлом году. Мы с ним путь на прошлом году изменились на одну неделю. А в прошлом году он уже не приехал, и все красиво объясняет. Я его очень хорошо знаю, это был мой донор в 8 лет. Я поняла. Все, что нам шахматы выигрывают, все нам подарят карты. Счастье. Он приезжал буквально, я не знаю, куда, приезжал года 3-4 назад в Питер. Жаль не сказал, он позвонил, слушай, вспомнил, тебе позвонил какой-то коррекционный. С природом я думаю, тяжело бороться. Фамилия-то ничего ни о чем не говорит. Смотри. Что это, он тут взял? О чем бы печать? Ну, во-первых, уже возраст, да, ему сравнялось. Вот. А инсульт, в прошлом году у него был очень тяжелый инсульт в марте. Он не приехал в Сюрприз. Прежде чем приехал, но Приндашвили приехал, я увидел. Ну, с ним и поговорил, конечно. Она говорит, что у меня такие неприятные мгновения. Можно не учиться. Она когда-то приезжала к нам в Питер, давала сеанс у нас на работе. Я был единственный, кто у нее выиграл на Питере. Зачем выиграл? Ты понимаешь, что я с ним еще взял, а ты когда лезешь? Я говорю, не могу, у меня ладья лезть, я не могу проиграть. Я говорю, не все равно, что будет на Питере. Лишний лагерь, это любого проблема, кто там будет, не первый. Виктор Львович, жалко, блестящий. До сегодняшнего дня, стрелял их сегодня. Я с ним в 70-х годах. Я... Который на фестивале был. А, это питерский был, из Красного Села. Зеленков, по-моему, это другой старик. Зеленков местный, а это он из Красного Села. Ну, туда ребят там сидят. Я просто мы с ним там, он говорит, ну, вот, да, вот там, туда-сюда. Я говорю, ну, хорошо. Он меня вместе не играл. Там был еще такой же Железняков. Во-первых, ему 76 лет. В 70-х годах он бился в Березовском пляже в Рамс. Мальчик играл все. Однажды вообще не играл.
Мы садимся с ним играть. А мы играем только. Меня зовут Маша Вина Грязнякова. Я говорю, все, отлично, постоянно вы уже все. Как умерла, говорю. Четыре. Сочи здесь. Ты еще не пил сегодня. Так, тоже. Паша, это как ты знаешь, что ты мне рассказываешь? По-моему, да. Это было. Нормально? Да, сделано. Но, по-моему, ваш нет. Нет? Нет? Он говорил очень известно, как ты там нашли. Ну вот, Паша, ты делал, он просто будет съесть. Покер, который играет. Известный в мире игрок. Паша Белкин. Но в надо тоже хорошо играет. Вина. Я его обыграла. Кто-то сомневался. Такой аура, как у тебя. Знаете, сейчас уже совсем не тот покер, который играли раньше. Совсем другой. Не, ой. Мы играли короткие покеры, семерку. Насколько? Давай принесем.
На теннисе сказать еще не достаточно. Потому что на теннисе очень много разных факторов. Ну, просто надо смотреть игру и практически. Помимо игры, там тоже есть очень много моментов. Ну, главное, это Роланд Гаррос. Да, а любой турнир с ATP тура. У каждого теннисиста есть свой менеджер. Который говорит тебе, Володь, ты вот здесь в Баден-Бадене на этом турнире в прошлом году занял там больше второго круга. То есть, чтобы поднять рейтинг или удержать на это, тебе нужно обязательно пройти этот второй круг. А после третьего можешь удержать. Ну, то есть, там такие вот моменты. Мне только надо учиться. Плюс, опять же, надо знать, может, он растянул локоть, но ты его там учишься. А ты у него лимонтес вкладываешь. Куда? Себе хуй. Что-то тут зад опять. Да, и как всегда. На зло. Нормально шоу. Одна только. Просто бы за два хода до этого снял голову.
идем, да? Мы опасны, опасны. Куда? Когда рискуешь, выиграешь, да? Ну что, ты одна? Да. Ты опять одна, что ли? Ой-ой-ой. Да, нервы у тебя железные. Я все сломал. Ой-ой-ой. Шансов не оставляет. Ну это вообще, ты сам проиграл, это не я выиграл. Не значит. Он накидал. То ли хватку потерял, он накидал, то ли, блядь, да, говно кидает. Накидал такое, блядь. Люиды. Ну, например,
Теплоход прошел, он не пошел. А, вон он пошел. Искать это. Не тот ушел, я тебе говорю. Не ушел, не пытается, да? Только комару быть. Да. Комарик, я сказал, не будет. Ветер был. Так, здесь это у нас пара подъема. Вот крестный домостяк, у них стоит терапевтик, который свободный. Мы не туда можем бежать. На картинке специально терапевтик. Скачать должен, но ему будет просто прямо не по Wi-Fi, не по Wi-Fi. А уж оттуда забирать, да, да. Ну, не помню. Жесткий тоже купить, там, на терабайт, на 2 терабайта. И... Ну, вешать. Дети покупать? Да нет, потом платят. Слить, потом. Но не проиграет. Может, вторым потоком поставить, а не Здорово, Сергей. Может быть из-за этого? Да, я скопирую. Да, ну сейчас есть, не надо, да? Натормози. Пускай делает. Нас сейчас замены попросят. Да. Сейчас туда, потом попробуй. Ну два. И риски в человеке. Вот представь, сейчас что-нибудь передается. Да. Нет. Движение, чем богат. Слушай, это уже. Это К4. Качество хорошее, да. Но я не знаю, ты на YouTube хочешь, я все равно резко придется. Нет, он там уже мерзнет сам. А, ну да. Я редко выкладываю. А меньше, я не знаю, там меньше никаких поставить. Так, этот стол сыграл. Как сыграл? Оль, вы сыграли? Нет еще, я отошел. А, отошел просто. Ну, лето не надо играть. Палат, понимаешь? Хотя что подумать? Я из-за этого тебя и прошу.
Нет, Иван что-то скидывал, но я не разбираюсь. Я скажу. А у меня в октябре все закончится. Ну, домен точно, я смотрел, потому что подумал. Он проплачен до октября. Мне прямо удачи стоит. Я могу отвернуться и закрыться. А что время? Я сейчас пересчитал. Второй поток пустил. Ну да. Я только в ЧПЭВ. Я шучу. Короткий, интересный слайд. Мне как начинающему. Первый пятый продавал.
влезает. Установка коробки. Что не кинешь, ё-моё, всё вот я, ё-моё. Да, смарт. Совет. Нервы с места пишу. А чё, он мне много предлагал. Можно я делаю? Ну все равно он везет. Уважаемый, Вольга это чемпион, на мой взгляд. Как вы считаете? Кто? Абсолютно уверенно. Я это, уважаемый, спасибо. Смотри, смотри. Вот Вольга, вообще. А, кто у вас? Можешь перекинуть три раза запас. Если арай разрешает, добрый человек.
Еще один друг, и все. Здесь ничего не надо. Как? Не будем доигрывать? Нет. Завтра будем доигрывать. Завтра садимся. И 2 часа регистрации на короткий. И вводился старт короткий. Мы же не знаем, кто это, здесь сейчас останется.
после следующего останется либо 4, либо 5 человек. Завтра во сколько? 10? 10 администрация в 11. А классик завтра регистрация 13.00, старт 16. А сколько студентов? 4-4 Охуеть, блядь, а? Да три раза. Блядь, а он 5-5-4-4-4. Да. На три, третий раз. Только кушерем воротил. Мама дорогая, надо там не ушел, а? Давай, да я твою мать. Когда еще считать после каждого турнира? Thank you.
Это пять. Это супер. Thank you.
Профессионал, думаю, она просто вносит мозг, я говорю. Профессиональный выноситель мозгов. Кому мозг вынесет, да? Да, женщин мужчин выносит, да. А для мужчин женщин выносит. И вот, где вот это опоздание, да? Я не знаю, да. Потому что, нет, наверное, правда, я кто правда, мужчина или женщина. Все видно. Затухи надо. То, что я кинул, я кинул, да. Вы мне сейчас подойдите, да, специально. Thank you.
А, что у меня было? Почему? 4 здесь. Почему-то 1 6. Одна жизнь еще есть. Думаешь, обрал? Да. Может выстрелить. Это 4. Он зашибся, надо было давить на 4 тебе тогда. Когда он давал 2 жизни. Он был Не, у меня там первый марш должен был оставить убить, а я его нету, у меня другой дырки нету. Ты вышел, ты расположил в положении, а ну, откуда пустили?